Добрый день. Сегодня я хочу приготовить гречку с грибами а-ля плов. Для этого мне понадобится грамм 200-250 отварных белых грибов сушеные, пол ложки чайной паприки, 2 тертые морковки на крупной терке и соль. Грудинка грамм, наверное, 80, 3 луковички, кружка гречки. Грибной бульон, в котором варились грибы. И мультиварка. И в частности, тут вопрос цивилизационный. Они хотят уничтожить программу. Внятная, просто да, прописанная. Ну, вот это она есть, то, что формировали у жителей полуострова ненависть к украинскому народу. Потому что остальное все вообще непонятно, о чем речь идет. Где вы там гибридную войну нашли? Всем приятного аппетита. Ничего,